Так, смотрю, Мираторг. На заводе Мираторг Запад в Калининграде требуется 55 аж операторов линии производстве пищевой продукции. 55 у них вакантных мест. Водителей, кстати, нет почему-то здесь у них на сайте центра занятости. Потому что водители, скорее всего, работают, то есть не от Мираторг Запада, там другая у них фирма какая-то. Вот водителям, что они там обещают водителям? 90-150 по одной вакансии. Вот еще есть вакансия здесь от 100 тысяч без задержек. Почему у них две вакансии актуальных? Вот водитель категории Е, международные перевозки. Две одинаковых, но расценки разные. Любовь Микулина здесь у нас, а здесь Екатерина Полякова. Это какие-то, не знаю. Ну, телефон-то вроде 911, МТС-овский. Агрохолд, непонятно. Это относится к Калининграду или вообще? Ну, вообще Калининград, ну. Да, так, актуальные вакансии. Что у них тут еще? А, тут Б, т-т-т-т-т. Ладно, это все не то. Это не завод. Вот так. Оператор линии. Вот оператор линии. Так, от 41 тысячи. 41 тысячи. 41 тысячи. Вера Абакумова. Да, вот эта тетенька меня как раз увольняла с завода. С Денисом Васильевичем вместе, блин. Денис Васильевич там был начальник производства. Красная кепка. А сейчас там Анжелика. Анжелика, конечно, получше будет. Она профессионал. Так, все. На этом, наверное, заканчиваю я свою эту самую. Но самое интересное, что вот они вакансии. Много у них. Много вакансий у них. А вот так просто не попадешь туда. Потому что это все искусственно. Эти вакансии они держат искусственно. Нехватку.